Экскурсию по заводу «Гипсобетон» для главы Ленинского городского округа Станислава Катрова проводит директор предприятия Эдуард Мысев. Более 60 лет здесь производят сухие смеси для строительства, гипс и бетон, а также ряд изделий из них. Это гипсовые вяжущие, где мы храним вот наш потребитель, старатели. Да, то есть они тоже производят сухие строительные смеси, соответственно, приезжают. Здесь 8 таких бочек. Можно сказать, что предприятие относительно компактное. Коллектив всего 175 человек. Но стоит отметить, что только в прошлом году акционерное общество «Гипсобетон» заплатило в бюджеты разных уровней налогов почти на 90 миллионов рублей. В ходе экскурсии Станислав Катров узнал и о технологии производства. Вон там вот мельницы есть, да, тут перемалывается вот вообще песок, пыль простую, и потом загружается в этот котел. В котле избавляют от влаги. Та внутренняя влага, которую держит камень, да, то есть она вся уходит. Предприятие постоянно модернизируется. Например, относительно недавно здесь установлен робот для погрузки готового товара. Казалось бы, нехитрая операция, но он заменил 4 человек, как купился в течение 8 месяцев. Рассказали главе округа и о ближайших планах по расширению производства. Коллеги планируют, вы также видели вот в той части предприятия сейчас строительство дополнительного цеха и инвестиции порядка 800 миллионов рублей под расширение производства строительных смесей. У коллег есть четкое понимание, как они движутся, где они берут деньги для инвестиций, поэтому на сегодняшний день здесь сотрудничество между нами в любом случае есть, и там, где мы сможем помочь, если вдруг это будет необходимо, мы, конечно же, обязательно это сделаем. Подобные визиты неизменно входят в плотный рабочий график Станислава Катрова. Они позволяют не только поближе познакомиться с производствами, но и являются своеобразным приглашением к сотрудничеству, совместной реализации на территории муниципалитета коммерческих и социальных проектов. Человек глубоко погружен в проблемы нашего региона и, соответственно, всеми своими силами будет помогать нам, а мы помогать ему. Максим Козлов, Александр Логинов, Гульнара Балаева. Видное ТВ.